12 часов, мы еще не знаем сколько, сейчас посчитаем. Угу. То есть на 12 часов уже была явочка 13,3%. Любовь Анатольевна, скажите, пожалуйста, вот на 15.00 какой процент явки граждан? На нашем участке 21% проголосовавших на 15.00. Мы только что передавали данные в администрацию Скажите, пожалуйста, вот на 3 часа какой был процент явки? Процент 11% явки на 3 часа. То есть мало. На данный момент не особо активно голосуют? Да. Но сейчас вот затишье. Ожидаем вот после часа 3-4. И часов 5 будет больше явка. Вы пришли отдать свой голос на избирательный участок? Да, сегодня очень важный день для принятия очень серьезных решений для каждого жителя Ленинградской области. Сегодня мы выбираем губернатора Ленинградской области. Это тот человек, тот вожак, который будет нас вести в лучшее будущее, потому что сейчас времена очень неспокойные, очень тяжело. Россия переживает кризис, но я думаю, что если мы выберем хорошего, достойного человека, который будет болеть за нас, за Ленинградскую область, то мы все это преодолеем, и у нас будет все хорошо. Очень хорошо, конечно, сидеть на диванах и на кухнях, говорить о том, что наши чиновники не все делают. Но при этом, дорогие мои, мы это делаем только на кухне. Хватит уже сидеть и отдыхать, давайте уже придем все на выборы, все проголосуем, для того, чтобы потом говорить о том, что вот да, я ходил, но что-то не получилось. Или я не ходил, ну а если вы тем более не ходили, то и не нужно ничего ждать взамен от той власти, которую выберете не вы.